Всем привет, ребят! Сегодня будет обзор про вот такую вот бас-мобиль, который я сделал за 15 минут. Минимум вот такой вот бас-мобиль. Вот сам динамик низкочастотный, 35 ГДН. Колпак у него, конечно же, в ужасном состоянии. Ну и чуть порван, с наклейками, кстати, новыми. И вот усилок, который раскачивал многие колонки. Он участвовал во всех колонках. Вот такой вот 35 ГДН. Он ездит, это бас-мобиль. Он ездит. Цепь на шее. Ну что ж, ребят, погнали тестить. Я врубаю музон на ауксе, не на блютузе, потому что блютуз у меня что-то плохо работает. Так. Что ж, можно включить. Подождите, ребят. Зароблен. Да, колесо качает. Так, усилок. Перегрелся? Нет, feira com foguinho no camarote, aí a coisa fica fria. Quando nós chegamos nos balaios só pra bagunçar, e não pode jogar areia. Башес номер два. Ну что тут сказать? Поехали! Nós é paz e amor, antigo cheio de guerra. Nós aprendeu viver nesses campões de terra. Então, поехали! Meio acima da média, na quebrada é de as garrafeiras com fogo no camarote, aí a coisa fica fria. Quando nós chega nos balaios é só pra bagunçar. Робим другую музыку. Это автозвук номер два. Давай, поехали. Ребята.
даже пол трясется. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.